Продолжается крестопоклонная седмица. В понедельник, среду и пятницу этой недели на службах в храмах совершалось поклонение кресту. И сегодня перед утренним богослужением крест Господень уносится в алтарь. В академическом храме Киевской духовной академии и семинарии литургию преждеосвященных даров возглавил митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Следующий сюжет подготовлен по материалам YouTube-канала управляющего делами Украинской Православной Церкви. Пятницу четвертой седмицы, как и всех остальных седмиц Святой Четыридесятницы, служится литургия преждеосвященных даров. В эти дни мы достигли уже середины Великого Поста. В предстоящее воскресенье церковь отметит День памяти преподобного Иоанна Лествичника, который, по словам митрополита Антония Сурожского, сделал попытку нам показать, как из глубины греховной, из нашей немощи, из нашего несовершенства мы можем вырасти в полную меру той святости, которая нам предложена крестом и любовью Господней. Человеку, стремящемуся достойно пройти жизненную стезю, имеющему целью Царство Божие, Господь подает благодать. От самого же человека требуется решимость, самоотвержение и труд.